Всем привет! Сегодня я хочу показать вам свой антуриум. Вот такой вот антуриум. Растет он у меня вот в закрытой системе. Вот такая вот посадка у него. Покупала я его год назад. Вот сначала я его посадила в горшочек открытый. Такой вот с дырочками, как у орхидей. И поставила, как бы сделала посадку в двойной горшочек. Но потом я увидела, что корни недополучают влагу, и решила вот посадить в закрытую систему, что ему очень понравилось. Прекрасно растет, цветет. Цветет он у меня уже год со дня покупки, или уже больше прошло времени, я вот точно не помню. Вот это уже отцветает цветочек, это хороший еще, новенький. И сегодня я хочу его пересадить, посмотреть на корни. Я купила кока-чипсы, я думаю сделать другую смесь, и что она ему более подойдет. Здесь у меня кора, уголь, цеолит, немного торфа. На дне, конечно же, керамзит. Сейчас я покажу. Может, где-то есть сторона, где видно получше. Ну вот, например, вот здесь. Вот, большой слой керамзита. И здесь немножечко, совсем там, наверное, ложка торфа, потом кора, цеолит, уголь. Что там еще есть? Керамзит. Ну и сверху вот мохом. Мох укрыт. Вот такая вот посадочка. И я вот думаю, что как-то получается низ постоянно влажный, а верхние корешки немного пересыхают. Сухие они. И я решила добавить туда кока-чипсов. Сделать немного другой состав субстрата. Еще что хочу сказать, это на самом деле мой первый антуриум, который у меня выжил. И вот почему я придумала ему такую вот посадку, потому что до этого антуриумы, которые я покупала, почему-то все сгнивали. Вот я и уже и мало поливала, но что, вот не шли они у меня. Я садила в обычную торфосмесь. Как и все рассказывают, что они очень хорошо растут, но вот не росли они у меня просто в обычном грунте, не знаю почему. Вот, и поэтому я решила, если уже у меня гниют корни, я сначала его посадила в проветриваемую систему, так как по информации, которую я нашла в интернете, что антуриумы — это тоже эпифиты и частично являются литофитами, то есть произрастают в камнях. И растут они в лесах, вот воздушными корнями, как это лиана, они плетутся по деревьям и частично уходят в лесной торф. А это прелые листья, вот, вот такой вот легкий субстрат. И вот поэтому я решила сделать такую же посадку, как и для орхидеи. И что она удивительно, она ей понравилась. Но единственное, что немножечко я видела, пересыхают корешки. Поэтому я решила просто убрать этот первый горшочек и на дно докинула керамзита. Вот, и сделала ей закрытую систему. Или ему. А сейчас мы его пересадим. Вот, и заодно и посмотрим корешки. Ну вот, сейчас я попробую его вытащить с минимальными повреждениями, или даже без них попробуем его как-то. О, красный. Зацепился корень. Замечательно.
Видите, какая вот была, какой был субстрат. Посмотрим, что с корнями. Вот здесь хорошие корни. Дальше вот сейчас будем смотреть. Вроде тверденькие, но какие-то не зеленые. Есть и гнилые, смотрю. Сейчас я очищу корешки и покажу вам. Ну вот, я максимально очистила, постаралась очистить корешки. Вот что у нас получилось. Вот такие вот корни. Здесь вот они темные, но они плотненькие. То есть есть, конечно, и подгнившие, может, это уже старые, не знаю. Но вот здесь вот с самого низа вот они плотные корешки и лопают. Вот если нечаянно я отрываю кусочки керамзита или коры и чувствую, что они живые. Вот есть новые, ой, вам не видно, новые, видите, росточки, то есть они сейчас растут. Это вот сухое все. Сейчас я его обрежу. Вот немножечко здесь листики старые нужно, как бы от листиков поснимаю вот эти чешуйки. Вот. Может, промою корешки и тогда еще более подробно покажу вам. И что у нас получится, что у нас останется с корней. Но вот еще что я заметила, они были все зеленые, как вот здесь, потому что горшочек у меня прозрачный, я его специально подобрала прозрачный, чтобы следить за корнями, так как, я рассказывала, они у меня раньше не росли, я не умела за ними ухаживать, поэтому я взяла прозрачный горшочек, и они были зеленые вот с этой стороны, но эта сторона вот здесь, на которой наросли корешки, она была от окна, то есть этой стороной, где вот сухие корешки, она стояла к окну и получала свет, а эта сторона была от окна, и вот корешки были зеленые. Но потом пришлось, я ее переставила на другое место, и пришлось развернуть вот этой стороной, и тогда корешки начали темнеть. Так что я думаю, это и от света. Может, она не любит, чтобы много света попадало корням. Не знаю. Ну вот, сейчас зачищу и покажу, что у меня останется. Срезала я вот этот черный корешок. Не знала, он живой или нет. И вот хочу показать. Надеюсь, видно будет. Вот видно, нет. Видите, на срезе там вот зелененький корешок. Вот сам тяж, он зеленый. Значит, это хороший корень, но я его отрезала. Ну, ничего страшного. Теперь буду поаккуратнее, но вот как есть. А осталось у нас вот сколько корней. Я из тех людей, которые любят зачистить максимально. Ну, как вы видели, я вот срезала темные корни. Оказались они... Он был живой. Здесь сухие я посрезала. С этой стороны, вот возле шейки, здесь были сухие, неживые корни. Вот этот самый длинный, который был большой, темный корень, он оказался живой. Ну, ничего страшного, я думаю, она нарастит новые корешки. Вот, вот этот еще половину. Вот видите, так же как у орхидеи, не знаю, видно ли или нет. Вот идет корешок хорошенький. Видите, плотненький, зеленый. Дальше пошел сухой. Вот я его хотела обрезать, а тут смотрю, идет нормальный корешок дальше. Правда, темный, но он плотный. Я уже не срезаю. Вот здесь немножечко есть
еще отросточки такие вот пересушенные. Сейчас их поснимаю. Вот. В принципе, все, наверное. Вот еще здесь немножечко не досмотрела. Вот такая вот корневая. Сейчас я сделаю субстрат для его посадки. И все вам покажу. Вот столько вот корней осталось у меня после обрезки. Ну вот, я уже промыла, подготовила горшочек. Сажать я буду в то же кашпо. Единственное, что, может, я потом его просто поставлю вовнутрь в непрозрачный горшочек. Вот, потому что, ну, мне нужно смотреть за корнями, это 100%, тем более в закрытой системе. Нужно видеть, сколько там воды, и вот поэтому я буду сажать вот это кашпо. Приготовила я вот такую вот смесь для посадки. Здесь у меня кока-чипсы. Вот, много кока-чипсов, где-то примерно процентов 60. Вот такие вот крупные кусочки. Потом керамзит, вот такой вот маленькой фракции. И вот такая вот фракция, я нарезала кора. Вот, вот такая вот кора. Немножечко мха и пару кусочков там есть угля. Вот уголь попадается. Все, больше ничего не добавляла, никакого торфа, цеолита. Вот сделала вот такую вот смесь. Мне кажется, что должно подойти. Вот, но я покажу, я вам обязательно сниму потом, как себя чувствует антуриум. Ну, что-то мне подсказывает, что вот тоже кусочек угля, что кока-чипсы должны подойти, они влагоемкие, и в то же время они крупные кусочки, они хорошо будут проветриваться, вот даже эти куски крупнее, чем кора. Вот кора, ну это вот крупный кусочек коры. Вот, а это кока-чипсы. И значит, что мы будем делать? На дно я набираю, вот засыпаю керамзит, вот так, примерно вот по эту вот пипочку, по это возвышение. Это все у меня будет керамзит. Ну вот, я накинула керамзит, вот так вот, наверное, будет лучше видно. Вот такая вот крупная фракция. Вот, смотрите, какие крупные кусочки. Вот, это у меня дренаж. И дальше мы засыпаем нашу субстрат. Вот так вот. Дальше берем наш антуриум. Вот, оцентровываем его и засыпаем полностью субстрата. Ну вот, такая вот посадочка у меня получилась. Вот здесь я укрыла мхом. И вот как в горшочке, что мы видим. Вот здесь видно, просматриваются корешки. Вот, кора и весь субстрат достаточно мелкой фракции, я бы сказала. Ну, хотя, по сравнению, та, которая была, фракция, и тот субстрат был помельче, там был торф. Здесь торфа нет, но здесь кока-чипсы. Вот такая вот посадка, такая система. Сейчас я ждать не буду. Сразу я залью воду, немножечко
пару минут она у меня, воду я заливаю вот, ну, вот так вот примерно. Она у меня постоит минут 10, тогда я солью, оставлю только на дне, совсем вот так вот чуть-чуть. И все, я не буду делать никакие просушки, потому что у него корни тонкие. Я боюсь пересушить, а антуриум любит влагу. Вот, сейчас вот залью водой. И все. Так, дальнейшее его состояние я обязательно сниму, может в этом ролике, может отдельно. Вот, и буду держать вас в курсе. Вот такой вот цветок. Всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Еще хочу показать. Вот я залила водой. Видите, как корешки сразу позеленели? И все, ой, все стало прекрасно видно. Вот зеленые корни. Вот даже вот идут. Вот и все видно. Вот сейчас постоит она буквально 5-10 минут. Я солью воду и все, и ставлю ее на свое место. Всем привет! Вот хочу показать свой антуриум спустя 8 месяцев после того, как я его купила, пересадила. Посадка есть на моем канале. Вот как он себя чувствует. Это тот же самый антуриум. И вот смотрите, он прекрасно цветет. Выпустил новые цветочки, новые листики. Вот еще цветочек, там вот еще один. Вот новые росточки у нас. Вот я ближе засниму. Здесь корешки новые, росточки. И вот как выглядят корешки в закрытой системе у антуриума. Вот вы можете посмотреть, какой он был при пересадке. Потом я снимала спустя 2 месяца. И вот сколько корней наросло. Вчера я его полила. Корни еще влажные. Вот такой вот антуриум. Вот так он стоит этой стороной к окну. Здесь корней не видно. Они почему-то ушли все в другую сторону. Вот сюда. Вот прекрасные корни, все живые. Здоровые. Верхний слой получается постоянно сухой. Поливаю я его, когда он уже почти полностью просох. Немножко осталось конденсата. Вот наливаю совсем-совсем чуть-чуть на дно в водички. И вот вчера я его полила. И он воду всю выпил. Вот корни стали зеленые. И чем удобна такая посадка, я всегда вижу, когда нужно уже полить, как себя чувствуют корни. Вот, все на виду. И по его состоянию, я думаю, прекрасно видно, что он себя хорошо чувствует. Вот такой вот антуриум в закрытой системе.